покормить. Кинем ему в уши. Все, все, мальчик. Дев'ять подкинули, із них шість щенків, три підбульчика, ну їх забрали вже, шість щенків, ну так, да, в принципі, от. От іменно подкинули, як утром встаємо, або вечором вони прив'язані до стовбів, там, або до деревьев, ну таке от. Я забув, не підбуля. Що, мальчик, що, скоро заберуть, скоро приедут твои хозяева и заберут тебя, да. Ну что ты сделаешь, да. Ну что, ну. А мне сегодня ты хотел укусить. Ну скоро происходит, да, да, мальчик, да. Ничего. Люди ставят, выхожу, мешок стоит с кормом, спасибо. Но они не пишут ничего, кто такой. Поставили и уехали. Смотрю, в мешок каши, ну спасибо. И на этом. Помощь мне, конечно, нужна в чем? В генераторе. Я так думаю, еще ж война не окончилась. Не дай бог, чтобы что-то со светом. У меня 3 холодильника, они забиты продукцией. Если это все станет, вот тогда будет, конечно, это плохо. А мне нужен генератор. Питбуль хлопец и девочка. Ну, девочка.